По статистике, еженедельно один человек производит до 8 килограммов мусора. Чтобы очистить наши дома и улицы от скопившихся отходов, на работу ежедневно выходят сотрудники коммунальных служб. Но иногда и им просто необходима небольшая помощь от жильцов многоквартирных домов. А помощь эта проста и необременительна. Все, чего требуют коммунальщики, соблюдать культуру и выбрасывать мусор в отведенные для этого места. Все наши дома имеют такой элемент благоустройства, как мусоропровод. Его наличие подразумевает вообще отсутствие на территории какого-либо мусора. Если выполнять несложные правила пользования им, то дворы наши должны быть ухоженными, опрятными. Элементарная бытовая культура соблюдается далеко не всеми жильцами. Ежедневно сотрудники ЖЭО, приходя на работу, находят пакеты с отходами не в положенном для них месте, а выставленными у подъезда. И хорошо, если целые, но бывает и очень часто разорванные в клочья с содержимым, растасканным птицами и собаками. Еще одна проблема – крупногабаритный мусор. Уместить такой груз в мусоропроводную трубу, конечно, невозможно. Поэтому единственный выход, который находят жильцы – поставить старый диван или стенку прямо под окнами. Иногда это делается настолько небрежно, что вход в мусорокамеру бывает забаррикадирован. Вот. А если они нам сделают звонок, значит, мы сориентируем уже регионального оператора, и он, может быть, запланирует себе еще дополнительный рейс, чтобы мы уже как бы знали, что будут несколько адресов, где будет большое количество скоплено мусора. Каждое утро мусоровоз объезжает микрорайон, двигаясь от дома к дому по установленному графику. Очередная трудность на его пути – неправильно припаркованные автомобили. Парковка автомобилей у входа в мусорокамеру категорически недопустима. Отгрузка мусора у нас в первой половине дня, все должны знать. И поэтому, значит, думать, где вы оставляете машину. Каждый из нас хочет жить в чистом и ухоженном городе. Видеть из окна своего дома облагороженную лужайку или цветущую клумбу, но никак не ошметки пищевых отходов и фантиков. А нужно для этого совсем немного. Выбрасывать отходы в положенных местах, чтобы внести свою маленькую и возможную долю в чистоту окружающей среды. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев. Десна ТВ.